Понятно же, горячий. А представьте, холодная была. Ну. Да. Вымочили полотенце. Да, совсем. В горячей воде, прям совсем горячий. Да, прям еле-еле. Душа в теле. И начинается процесс. Огненный дракон. Да, да. Берем купочек. С пупка первая зона. Пупочек. Как раз жизнь пришла через пупок же у нас. У нас начинается с пупка. Если будет жечь, говорим. То есть, ну, яй-яй там, да, уже вот начинается, когда говорим. Хорошо, не перекликаешь? Ага. Нормально? Да, да, да. Следующая зона. Да, так, солнечное сплетение. На пупке уже горячо прям. На пупке горячо уже? Да, уже прям очень горячо. Так, тушим. Даже ручку можно так положить. Сердце любит так. Нормально же? Да, обжигаю. Вторая зона, это зона солнечного сплетения. Печеночка у нас любит тепло. Ой, как любит. Ой, медом не кормит. Печенка тепло любит, да. Ой, ой, печенка. А я люблю жареную печенку еще. Да, ой, жареная. Сейчас. О, хорошо горим. Как раз запустится у нас печеночка, желчный пузырек у нас. Прогреется. Угу. Потушили похлопыванием. Да. Расслабляемся. Да. Область тонкого кишечника. Да. Проекционная зона тонкого кишечника. Ну, круто. Приятно? Сделаю вот так нам и улыбнись. Еще сделаю, сфотографирую. Отвлекает. А где, по центру? Пока тепло сохраняется у нас. Так, вот это вот еще зона, как называется. Да, ну это уже у нас мочевой пузырь тут у нас. Матка там у нас рядом. Улыбнись. Вот снимаем скрытая камера.
немножко масла. Триггерный зон. Да, чтобы когда баночку выпустили, чтобы мы увидели, что у нас все хорошо. На джинсы мне. Да не боимся, ничего не боимся. Не, я не боюсь. Не боимся. Я же рядом. Старый пожарник. Так что все будет хорошо. Все будет хорошо, ничего не боимся. Терпим еще? Ну все, вот 10 минут мы можем спокойно оставить. Только сама не подсматривай. Только 10 минут. Классно же? У меня такое впечатление, потом у меня щеки как... Да? Как кино, да? Дотянулось все до щек. Инопланетяне. Так. Олег же сказал перед этим, ты только сама на себя не смотри в банку. Ну это же вот не на зону живота, это отдельная процедура. Это отдельно, да, это же отдельно. Просто чисто, да, я сейчас как бы это, чтобы вы были в курсе, что можно сочетать все тут. У Олега еще есть вот эти чаши поющие. Сейчас в этот момент, пока может чашу тут еще там сейчас создать, резонанс тут. Человек вообще улетает. Ну, то есть импровизируйте себя. Старайтесь. Не просто прощать в работу. А кстати говоря, вы не пробовали использовать методику альфа-ритмов? Есть еще бинауральные ритмы, очень классно. Вот мне, например, очень помогает. Реально классно. Я даже не знаю, что это такое. Посмотрите, в интернете есть такая штука, называется бинауральные ритмы или бинауральный удар. Вот запишите, она реально, на меня она хорошо работает. Я такое пробовал, что-то на меня не подействовали бинауральные. Ну, я могу вам скинуть. Да? Хорошо, да, телефончик потом можешь запиши. Уже в целях экономии времени Юлю переложить на диван, либо на стол. Да, можно. Можно, можно, да. Я поняла, почему ты сказал про себя на сайте. Я же теперь обязательно посмотрю, как тебе посмотрю. Чего посмотришь? И это говорит, будет продолжаться 10 минут. Ну не 40 же минут. Подтяжка. Ну то есть Володя же говорил, потом в следующий раз 20 минут, потом 30, потом 40, потом 50 минут, потом 60 минут. У меня идеальный живот под эту вот процедуру.
потому что я дважды рожавшая женщина, так сказать, да. У меня кожи хватает на банку. Ну, как раз тянется, да. Да, кстати, а мы не вытягиваем кожу? Нет, нет, нормально все. Насчет этого беспокоиться. Это если банками, да, выставить. Ты без смеха не можешь, да? Каким-то чудесным образом они наоборот потом... Дама худеть начинает, да, понимаешь? Ну, подтягиваются все органы, да, да, да. Потому что... Скажи, для чего? Там же вот эти связки все идут от, это, от пупка, да? Ну, как бы, ну, да, мы рождаемся, они клетки... Вот идут, вот сюда, вот так идут, так идут. То есть, из-за того, какой проблемный угол, туда начинает тянуть, угу. Да? Да, с печенью что-то. Да, тянет. Я, да? Пока ничего не подомечаю. Да, да. Вот я про что говорю. А это центрует. Она сейчас создает равномерное давление. Угу. И все у нас выравнивается. Все связочки у нас становятся там, где должна быть. Все органы становятся. А живот, когда делаем, да? Банки ставим на живот. То есть, ну, там на любой орган можно ставить. Да, если вы просто хотите не просто банки поставить, тут просто типа хиджам сделать, а вот еще дополнить вот так. Так поставить баночки, баночку, да, потом вот маленькие банки. А на маленькие банки уже сделать хиджам непосредственно. Ну, а хиджаму, вот когда делаем на живот, то есть на любой орган можно ставить, там нет ограничений, ну, запрета каких-то. Нет, вот селезенка тут. Нет. Прям может все сплошняком можно даже выложить на живот. Просто надо всегда осознавать о том, что какая нагрузка будет на тело. Какая сразу площадь тела. Нет, я понимаю, что... Да, поэтому надо стараться, да, тоже как золотую серединочку, не надо там уж сплошняком. Я имею в виду, что просто главное, что нет запретов. Да, нету. Так, еще раз, как называется? Бинауральные биения. Бинауральные ритмы. Ну, у меня биение называлось. А? Биение? У меня биение, да. Или бинауральный удар. Ритмы. Или удар. Еще. Да, удар, да. Вот я, например, что делаю? Я включаю себе бинауральный удар. Вот. И это получается музыка с определенными частотами. Ну там 432, смотрим, что там пишут. Да. А, кстати, Елена Вальяк есть вот гипнолог. Да. Она там часто любит вот это, говорит, вот сейчас будут фоновые ритмы. Да? Очень интересная дама, мне нравится. И голос такой неприятный. Очень. А еще знаете, кто есть? Я вам скажу. Вот сейчас я в интернет залезу, я посмотрю, я его тоже очень часто прослушиваю. Хороший дядька такой, прям вот от него я в транс вот так вот в лед улетаю. Прям очень хороший. Да? Вот улетаю от него вот так вот. 30 минут. А я хорошо Валяк ставлю на ночь. Мне очень на сон чуть поставлю ее. И как младенец так под эту мыльник и нее. И хорошо улетаю, и прям это чудесно. Мне главное голос не нравится. Да, это да, такой, да. Прямо это очень... приятный. И еще вот это эхом у нее отдаются такие сигналы эхом. Она и так сейчас мы. Нет, она сразу вначале прям предупреждает. А когда вот я буду говорить, да, вам будет казаться это, а вот фоном будет идти вот это, вот вы как бы не обращаете внимания, может, нам альфа-ритм помогает. Она очень хорошо. Да, она сразу вначале все объяснит, а потом начинает уже. Она уводит хорошо. Да. Прям я прям засыпаю, как младенец. Прямо хорошо. Я никогда там не садился ни разу, чтобы это. Постойка смирно, там это. Я их на ночь врубил. Все. И... Скажите точно, как ее зовут и где это? В Ютубе? Елена Вальяк. В Ютубе, да, вот эти ролики? У нее много, да, и на Ютубе роликов. А? Там блокнот свой. Тихо. Елена Вальяк. А вот эти бинауральные ритмы, как раз у меня очистка от негативной энергетики, я включаю себе. Mm-hmm. Вот. Там сколько? 520. Как ее, Варь? Елена Вальяк. Вальяк. Да. Там что хотите найдете. Хочешь от курения бросить там, и от бессонницы, там, ну чего не там, что только нет, короче. Как это у нее вообще название? Ну, она гипнолог. Ну, напиши, очищение от негативных программ. Вот это у нее, пожалуй, одна из самых удачных программ. Ну, надо сказать, что там в Ютубе она не одна такая, там много таких. Нет, но у нее хорошо получается. Просто каждому свое. Да, просто скажу откровенно, как приятный голос такой на ночь. Вот, прям, не Арина Родионовна тебе на ночь еще. Да.
А хороший, приятный женский голос. Ну, она расслабляет. Да, и хорошо засыпается, очень хорошо. Прямо это чудесно. Нет, конечно, таких много. Ну, просто кому что нравится. Да, да, да. Вот кому понравился. Другие там начинают, например, мне что-то не нравится, что-то не то. И она хорошо объясняет. А она мне понравилась. Да. Она объясняет хорошо, говорит о том, что в любой момент вы можете принять решение и выйти из программы. То есть тут уже нет никакого страха, ну вышел и вышел. Ну я тоже на ночь дядечку одного включал. А кто? Не Дмитрий? Нет. Там самогипноз и расслабление. И у меня такое неприятие первый день было вообще просто. Ну, я вслушивался в каждое слово, вникал, говорю, всякую чушь выскребал из него. Ошибки его какие-то, неправильно слово сказал. Придирался первый день. Ясно. Я тоже придирчивая в этом. Ну, вот вальяка. А потом что-то на второй, на третий день, как-то, думаю, все мимо ушей пропускал, меня вырубало. Жестко. Я ничего не слышу, что он говорит, но когда он говорит это, просыпаемся, раз проснулся. Ну, то есть, подействовало, значит, да? Все слышишь, но как бы такое ощущение, что спишь. Что, душенька говорит? Так это классно. Да, хорошо, а? Вообще, шикарно. Комфортненько достигло, прям, да? Никаких мучений, да? Там не обязательно, что этот человек проводит. Просто такая медитация. Это не то, что там, мне бидон вас тоже из-под молока откусывали, да? Начать первый раз, когда я в жизни еще так называю. Естественно, я с женой не могу так расслабиться. Я так 89. Стороннего человека я расслаблен. Да, 89, даже еще раньше. Почки потихонечку всплывают к поверхности. Да, его так послушай сейчас. Буль-буль. Почки всплывают. Не, вот, кстати говоря, ты смеешься, а ты знаешь, я теперь понимаю, почему в таком положении с такой банкой можно пролежать час. Потому что это настолько комфортно, да? Ты ее в принципе и не ощущаешь. Вот поначалу, когда ее только-только вот как бы начинают ставить. Тем более первый день 10 минут, да? Потом 20 минут. Вот, ну, это вполне вероятно, да? Не напряжно. Да, да. Никакого дискомфорта. И главное, нежненько, получается, подтягиваются внутренние органы. Все вверх, спокойненько. И человек потом, когда уже все, 14 дней проходит, у него все нормально, в принципе. Никакого дискомфорта. Уже давления никакого в паховой части нет. Кровоснабжение идет под нормальным давлением. Все. Тем более это лидаза, да, с алой все тут, все сосудики, все прочистило, все тут закрепило, что надо. А это внутримышечно, да, делается? Лидаза, нет? Подкожно. Элементарно, значит, складочку большую делаешь, так, значит, раз, вот так вот, да, например. Вот так считается под углом 90 градусов, так 45 получается, по-моему, 30 градусов, и где-то в пол иглы под этим вводишь, складочку, да, вводишь спокойненько, все туда. Ну я сделал там два кубика, я даже порвал по кубику, разделил, на всякий случай. А потом когда два доза двойная, ну поэтому можно спокойно, я смотрю, смело, хорошо идет, прям по два кубика. Лидаза это для чего? Ну вот как раз вот эта проблема решается, когда вот этот застой, вот, даже не застой я бы назвал, когда вот этот проходит аорта, проходит сквозь завалы, вот это, да, и там образуются вот эти самые из кишок, вот эти завалы все, да, и вот как раз вот этот лидаза с алоэ создают вот эти условия, когда вот уже, скажем так, расслабление происходит, именно спокойно проходит, да, аорта, главное, спокойно начинает проходить, вот, самое такое. Конкретно там вот надо просто почитать. То есть укол в кожу, а воздействие на толстый кишечник, да? Нет, не на толстый кишечник. Там, в принципе, ну вот, грубо говоря, вот внутренние органы опадают в пах. Вот они, опущение внутренних органов. Они придавили, да, вот это все, вот аорта проходит, да, внутрь. А вот это все придавило. Для того, чтобы пробиться туда крови, надо повысить давление. И за это получается варикозное расширение вен. Для того, чтобы убрать, не надо сразу лезть в ноги, там, ставить пиявки, хиджаму там делать. Потому что все это вернется, пока не устранишь проблему вот эту. А чтобы устранить проблему, надо как раз вот ставить банку, да, 14 дней. Правильно, первопричину надо убирать. Да, первопричину убрать сначала надо.
подряд 14 дней, можно сказать. Или нужно 14? Вот этот как раз протокол есть лечения, вот это, чтобы варикозный этот убрать. Сначала у нас здесь 14 дней протокол. 7 дней ставят сначала на пупок, там лидаза обкалывается, да, алоэ. Потом перемещается, значит, между пупком и симфизом, ну, лобком. Лобковой кости. По центру ставишь банку, а там 7 дней. Также обкалываются лидазы с этой, с алоэ. И все. И вот эта проблема, она уходит. И больше не возвращается. Так, ну что, 10 класс. Минут прошло? Прошло, прошло. Делай мощный чпок. Мадам. Так. Отдыхаем. Отдыхаем. Красота. Чтобы им темнее было. Это же для огня огонь, чтобы видно, чтобы ну, у каждого свои причины. Часом ночью топ не делали вообще, куда топ не лезли. Извращенцы, пратины. Все для извращения. Да все у нас было. У нас с тобой уже все было. Фу, и просто лежим, отдыхаем, да? Отдыхаем. Одни сразу встаем, отдыхаем немножко. Отдыхаем. Ну так, минуты 3. Нет, отдыхайте сколько хотите, да? Минуты 3. Да. Можно мне этот телефончик?